Лучших учителей области наградили сегодня в Екатеринбурге. Полсотни педагогов, которые отличились профессионализмом, получили областные и федеральные премии. Всего на ежегодный конкурс подали заявки 250 специалистов из 43 городов области. Самых достойных определили по десятку критериев. Это и достижения в образовательной сфере, и работа с детьми после уроков. За плодотворную работу 28 педагогов получили по 200 тысяч рублей из федерального бюджета. Остальные по 100 тысяч из областного. Впрочем, вскоре чиновники обещают преподнести большой подарок всем учителям региона. Их частично освободят от бумажной волокиты. Власти собираются снизить объем отчетности, на которую у педагогов порой уходит больше времени, чем на сам образовательный процесс. Часть этой работы планируют перевести в глобальную сеть. Все должно быть обеспечено через систему отчетности, сайты образовательных организаций. Сегодня для этого и создаются специальные программы, блоки, которые обеспечат снятие любой информации, которая необходима для тех органов, которые запрашивают в этой части.